Мы продолжаем наше путешествие по Кольскому полуострову. Сегодня у нас двухдневная стоянка. Ну, точнее, со вчерашнего дня. Мы стоим здесь сегодня и уходим отсюда только завтра. Поэтому мы решили по максимуму разнообразить наше путешествие, нашу рыбалку. И сейчас после обеда мы отправимся на лесное озеро, попробуем там половить щук. Говорят, там есть крупные трофейные щуки. Насколько это так, нам предстоит выяснить. Я уже немножечко взлетел на коптере, посмотрел, где это озеро находится. Идти, конечно, не близко, но тем не менее у нас есть время. Сегодня целый день свободен. Ловить около лагеря, ну, уже не очень интересно. Горбуши мы уже вот так вот наловились. Поэтому постараемся сегодня половить щук. Будет что-то интересное. Обязательно покажем вам. Смотрите. Собираемся выходить на озеро уже часа три. Пока все искупаются, пока соберутся. Давай. О, собрали крепкие снасти. Такие прям. Артём. Щуки же по 10 килограмм, говорят. Все. Все, идущие на озеро, приветствую вас. Мы отправляемся. Теперь можно. Ты как Фродо, ей-богу. Ну, просто, просто Фродо. И, или нет? Как, кто там второй был? Восемь колец? Ну, конечно. А я не смотрел его. Да, смотрел. Да? Ты что, не прикалываешься? Я вообще не фанат. Ты не смотрел «Властелин колец»? Нет. Прикиньте, так бывает. Не, ну, ну ладно бы ты не смотрел «Игру престолов», я бы это еще понял, я ее тоже не смотрел. Ну как можно не смотреть «Властелина кольца»? «Игру престолов» я все смотрел. Да. Идем в жерло вулкана. Давай, Фродо, ты сможешь. Тём, стоять. Оп, 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 молодец. А то сейчас было бы видео для Ютуба. Вышли на болото, но надо вести себя тише. Могут быть медведи рядом. Красиво тут. Ну вот еще утром я видел все это с высоты птичьего полета, запуская квадрокоптер. А сейчас мы идем здесь пешком. И смотреть на это с высоты куда приятнее. Вот то болото, которое было таким большим желтым пятном. Тут вот ягодки есть. Морожка. Можно подкрепиться немного. Вкусно. Кисленько. В общем, движемся по болотам. К заветной щуке. Вот такие тут места. Жуть, комарья, просто жуть. А вы посмотрите, сколько здесь морожки. Артём ее кушает. Ходит и кушает. Хоть чуть-чуть воды. Покажи морожечки. Вот такая. Вот, растет на болотах здесь. Кислая, вот, кислая. Можете посмотреть. Вот она красная. Вот она. Растет везде. Вот она, морожечка. Мистер Фродо, не отставайте! Мистер Фродо! Око Саурона уже близко! Ты рядом, да? Да! Половину, хоть прошли!
Смотрите, какое тут количество комаров. Я не успеваю вытирать пот. Они везде просто. Ой, ёрт! Посмотрите. Смотрите, что происходит. Фрадо, ты жив? Да. Красава. Ты чё там, упал? Нет, комаров снимаю. Фух. Их очень много. Он на объективе даже сидит. Вот, куда ты, Андрюш, пошел? На горизонте уже виднеется озеро. Наконец-то мы почти дошли. Мокрые, насквозь. Мокрые. Покусанные полностью. У меня в глазах постоянно залетают комары. Из-за пота туда попадает, блин, средство от комаров. Все это их жутко разъедает. Плюс я еще наелся комаров. Но озеро, вот оно, виднеется. Будем надеяться, что мы не зря сюда топали. Сейчас, я думаю, немного надо отдохнуть, напиться воды из озера, прийти в себя и начать пробовать ловить рыбу. Ну что, друзья, вот такое вот озеро. Любим найти себе приключения на одно место. Ну, вроде немного передохнули. Озеро, судя по всему, мелководное, поэтому придется, видимо, сейчас походить, поискать щуку. Антон уже стоит в воде, и вот так вот можно зайти очень далеко. А сейчас пойдем по заливам искать около травки рыбу. Я буду начинать с жерков, чтобы не размениваться по мелочам. Времени у нас немного тут. Поймать рыбу хочется трофейную, поэтому сразу с крупных приманок начну. Когда я ехал на Кольский, многие спрашивали, что мы будем пить, что мы будем есть. Ну, тут на этот вопрос на самом деле очень просто ответить. Вот стаканчик, вот озеро, вот вода. Все. А едим мы то, что в этой воде плавает. Тоже очень вкусное, кстати. Ну, иногда макароны, иногда оладушки, иногда блинчики. На самом деле, в этот раз нам круто готовят. Огромное спасибо Лене. Озеро мелководное оказалось. Вот. Мы стоим уже 50 метров от берега, а глубина по пояс. И сколько у меня хватает долететь приманки, она там везде тоже цепляет дно. А зеркало водное очень большое, очень приличное. И непонятно, где тут искать рыбу. Под берегом растительности практически нет, и везде глубина по колено. Ребята поймали несколько окушков на вертушке, но окунь нас как бы не интересует. Я вот пытаюсь на вот такие приманки ловить щуку. Мы вон с Антоном тут везде твичем ходим, но пока ни одной поклевки. Будем продолжать, но непонятно совершенно, к чему привязываться. Просто кидаем по площадям наугад абсолютно. Ребята, она сошла с джерка, и она добрала крошечную вертушку. Вот называется край непуганных оленей. А сколько в ней на килограмм? Уже твой лифт гриб, Артём. Нет, вот он, где мой? Да, да нафиг вам? Лифт гриб, да. Да. Опа! Хорош! Красава! Одна щука на двоих. Вот это нормально. Обалдеть просто. Просто обалдеть.
В отрез ловил, прикинь, по зимнему. Посмотрите, что у нее. Она сошла с джерка, вот, вот у нее от джерка, вот с той стороны поверни, вот, порвана. Только что крючком джеркбейта. И она съела маленькую вертушечку у Никиты. Офигеть! Что называется, до чего не пуганная рыба. А что, ну отпускай Никита ее. Никита поймал щуку. Никит, подними-ка наверх, покажи. Вот это щука! Подожди, дай я тебя сфоткаю. Ну-ка давай, да, во! Что происходит? У меня, в общем, упала крышка от мультипликатора туда, и она под моей ногой. И, в общем, у меня сейчас задача найти ее. И это нифига не просто. Тут, блин, глубоко моя рука. Ну, в принципе, если я присяду, я должен дотянуться. Чертовски холодно. Ай-яй-яй, течет. Вода. Сисю намочил. Ау, хорош, нашел. Перфекто. Делай быстрее. Ты понимаешь, что я у тебя просто, блядь, топ-контентчик? Я у тебя талисман, ты понимаешь? Тём, если бы не я, то, не, то было бы все в порядке. Я это вставлю в фильм. Ребята тут не заморачиваются, ловят окуней. Покажите, как вы ловите окуней. Главное вот опустить и все. И вот он клюет, не поверит. А иногда щуки вылетают, да? Да, на пятерку. Ты же так же поймал, просто опустил. Вот на вот эту маленькую вертушечку. Ну вот, а мы тут что-то забрасываем куда-то. Где окуни-то? Кончились? Мне кажется, тут уже всех распугали. Просто кинул джерк вот, вот, около травки, под ногами, посмотреть, как играет. У-ху-ху! И тут выскочило. Ну, поменьше, чем взяли до этого, но тоже приятное. О, какая. Офигеть, прям под ногами рыба стоит. Кто-то ее царапнул сбоку. Реально, вообще, непуганная. Дикое озеро, ну, значит, не зря мы к нему шли. Артём, забираем, такая вот красавица. Андрюха пугает, но поможет. О, какая. На него вся надежда. Ну что ж, это внушает оптимизм. Можно сказать, рыбалку только начали, уже две щуки. Продолжаем ловить, эту отпустим. Нормально она ушла. Спасибо большое. Класс. Идущий на озеро приветствует вас. Ну, она это, видимо, да, за ним прыгала. Да, блин. Так, не цепляйся больше, давай. Иди домой. Где-то должны они быть. Ну тоже тут места знать надо. Снимаю. Вот и Антон зацепил рыбку. Реагирует.
Ух! Хорошо. Нормально. Залазь в воду. Там за ветку. Поймал щуку, смотрите, какая красивая. Ух, на одном тройнике сидит. Сейчас мы ее. Ходи к дедику. Сейчас мы ее попробуем взять под жаберную крышку. И главное, чтобы она не вогнала тройник. Вот он. Ура. Красава. Вот это. Отличная щука. Сработал воблер Джексон Катана. И вот такая вот бойкая щука сейчас в моих руках передает всем привет. Смотрит на меня, у меня такие глаза тюнк-тюнк-тюнк-тюнк. Такие дела. Ловим дальше. Озеро раздает и дарит нам таких прекрасных щук. Ух! Ну это не такая здоровая. Щука добирается просто потрясающе. Она выходит, клюет, и даже если промахивается, потом ее можно еще ловить. Вот сейчас вот она на вертушечку первый раз выходила, потом на джерк я ей подкинул. Слушай, вот такая вот классная щука доловилась на озере, на которое мы так долго топали. Все оказалось не зря. Рыба клюет, рыба крупная. Такие вот щуки, до этого уже парочка было крупнее. Мы продолжаем рыбалку, будем надеяться, что нам еще крокодильчики попадутся. Эту отпускаем. Нет, сейчас чуть-чуть. Во-во-во, все. Супер. Кайф, рыбалка просто на абсолютно диком таежном озере, на котором до нас, я не знаю, может быть, конечно, кто-то и был, а может быть, вообще никого и не было. Такая вот замечательная рыбалка у нас удалась на озере сегодня. Не зря мы проделали такой долгий путь. В общем-то, половили щуки, были крупные щуки. Озеро здоровое, интересное. Уверены, мы тут есть и трофеи побольше. Но сегодня тоже было неплохо. Антон, твои впечатления? Мои впечатления прекрасные, потому что я наконец-таки смог в полной мере потестировать вайпер в кастинговом исполнении. Я сегодня поймал щуку под 5 килограмм. Меня это очень порадовало, и она дала хороший бой. Ты в основном воблерами сегодня ловил? Крупными, средними? Да, сегодня я начал ловлю с воблеров 130 размера. Далее я пытался уменьшаться до 100. Пришлось отойти немножко от этой истории, потому что окунь не давал прохода. Далее я начал укрупняться и укрупнился в размере рыбы. Отлично. Ну, а я, соответственно, сегодня ловил рексаром до 2 унций, до 56 грамм, потому что основной упор делал на джерки, и это удилище, в принципе, мне позволяло ловить достаточно даже крупными джерками, ну и крупными воблерами, соответственно, потому что у меня нет с собой мощного удилища под такие приманки, но есть рексар и есть мощная катушка Twin Power 4000 PG. Такой вот экспириенс у нас получился на Кольском полуострове. Сплавлялись, да, по речке, ловили горбушу, но не упустили возможность половить и щуку. Так что это круто, когда есть разноплановая ловля в разных местах. А сейчас нам предстоит обратный путь, и он будет таким же тяжелым, я так подозреваю. Но главное, что нас будет ждать там баня, ужин и уже разобранный палат. Ну что, отправляемся? Да, идем. До связи.
идущие с озера. Ну что, наш переход Суворова через Альпы окончен. Ну, или хоббиты туда и обратно. Мы сходили на озеро, и мы вернулись с озера. Дорога назад была немного легче, но все равно она была тяжелой. Шли около 1,5 часов, может быть, чуть больше. Сначала шли по болоту, потом шли по лесу. А сейчас нас ждет баня. Потому что реально очень сильно забились мышцы, забились ноги, когда ты идешь в эдресах по болоту, в этих здоровых ботинках, ты наступаешь, там все проваливается. Ну, как бы ноги устали, и ноги надо сейчас немножечко размять, поднагреть. Вот, походная баня выглядит вот так вот на речке. Там попарились, там, ребята говорят, градусов 90 сейчас. Попарили синие, бегом в речку купаться и мыть голову. Так, кто здесь? Как вы там? О-о-о, вы там все в квадратиках. Про баню обязательно, это бомба. Топчик.